Выходцы из Гумбетовского района и администрация района всегда уделяют внимание воспитанию своей молодежи. Молодежные форумы, премии, а теперь и спортивные соревнования. Все делается для того, чтобы сформировать в молодежном обществе идеологию здорового образа жизни, социальную активность, патриотизм, уважение к закону и правопорядку. Идея о проведении данного турнира исходит от генерального директора торгового дома «Шестой континент», который расположен на Аракского, 74. Мы такие идеи всегда поддерживаем. Также целью проведения данного турнира является объединение молодежи. Сегодня здесь участвуют такие ребята, которые с одного сельского поселения, даже есть случаи, которые они друг друга не знали, не общались. Сегодня у них есть возможность общаться, играть в футбол. В этом году в турнире приняли участие 34 команды. Соревнования проходили среди трех возрастных групп. До 12 лет младшие юноши, до 40 лет молодежь и игроки старше 40 лет. Это все делается в 90-е годы. Мы воспитание молодежи что-то упустили, поэтому мы до сих пор у нас эти проблемы. Поэтому мы должны университет объединить, чтобы они друг друга знали. Старшие должны их учить, чтобы они не занимались там экстремистским, террористическим движением, чтобы они любили родину. Мы должны их воспитать, а для этого мы ничего не должны жалеть. Спонсором турнира Камалудином Бибулатовым была организована выездная кухня. Специально нанятые люди готовили плов, шашлыки, бульон. В общем, к данному событию все было подготовлено основательно. В Дагестане спорт всегда был одним из эффективнейших способов воспитания человека, сочетающего в себе в равной степени духовное богатство и физическое совершенство. Очевидно, что в первую очередь тренировки способствуют укреплению тела. Однако спорт не только учит нас управлять своими движениями, но и закаляет волю. Помимо этого, тренируясь в коллективе, человек получает бесценный опыт общения. Алиса Шахназарова, Магомед Зурканаев, Ахмед Зайпулаев. Прибойные новости.